Перед обкаткой двигателя необходимо проверить уровень масла в редукторе. Очень удобно проверять пластиковой стяжкой. Соотношение горючей смеси топливо-масло 25 к 1. Невыполнение процедуры обкатки может привести к тому, что рабочие характеристики двигателя будут плохими в течение срока его службы, а также могут привести к преждевременной поломке двигателя. Всем привет! Сегодня мы обкатываем новый лодочный мотор Меркури на лодке флагман 330U. Обкатывать будем вот по такой книжке. Руководство по эксплуатации. Первый запуск производим. Включаем груши. Он пошел не будет. Все, груши стало твердо. В руководстве обкатка делится на 4 этапа. Первый этап. 9 минут работы на холостом ходу. Или крейсерский ход на скорости, не превышающей минимальную скорость. Второй этап длится 50 минут. Дроссельная заслонка открыта менее чем на 1/2, около 3000 оборотов в минуту. В течение первого часа изменяйте положение дроссельной заслонки. Избегайте непрерывную работу двигателя с постоянной скоростью вращения более 2 минут. И избегайте длительную работу с широко открытой дроссельной заслонкой. Третий этап длится 1 час. Дроссельная заслонка открыта менее чем на 3/4, около 4000 оборотов в минуту. Работа на полностью открытой заслонке допускается в течение 1 минуты, через каждые 10 минут. Длительность четвертого этапа составляет 8 часов. Дроссельная заслонка открыта на 3/4, около 4000 оборотов в минуту. Работа на полностью открытой заслонке допускается в течение 2 минут через каждые 10 минут. Пять литров горючей смеси хватило на 3,5 часа обкатки. Мотор Меркури 9.9 Light плюс лодка флагман 330U плюс вес груза и пассажиров 170 кг с легкостью выводит в глиссер с открытой дроссельной заслонкой менее чем на 3/4. Оставшиеся 6,5 часов будем обкатывать уже на рыбалке.
скорость с полностью открытой заслонкой 29 км в час. Шаг винта 8,5. После 10-часовой обкатки не забываем заменить трансмиссионное масло в редукторе и перейти на соотношение горючей смеси 50 к 1. Спасибо за просмотр.